Финал восьми. В спорткомплексе ЧГУ стартовали матчи студенческой женской суперлиги по баскетболу Ассоциации студенческого баскетбола России. В финал попали лучшие команды дивизионов «Запад» и «Восток». Это баскетболистки из «Орла», «Краснодара», «Иваново», «Уфы», «Перми», «Ижевска», «Ханты-Мансийска» и «Чебоксар». Наши спортсменки вышли в решающую часть турнира со второго места в группе. Мы очень рады, что в городе Чебоксары существует женская студенческая баскетбольная команда ЧГУ «Атланты», которая является одним из лидеров женского баскетбола студенческого и развивает и популяризирует спорт в Чебоксарах и во всей республике. Все команды, которые попали в финал, достойны быть здесь. И, как говорится, в баскетболе мяч круглый, площадка ровная, победит сильнейший. Первыми выясняли отношения на паркете команды из Уфы и Перми. Исход матча определился на последних секундах игры. Уфимская нефтяночка одержала победу над КОР ПК со счетом 60-58. Следующими за выход в полуфинал сражались спортсменки из Краснодара и Ижевска. Удача улыбнулась баскетболисткам с юга. Они победили со счетом 76-35.